Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И добро пожаловать в нашу новую серию. Что мы будем делать в новой серии? Наверное, все-таки мы уже начнем разводить покемонов. Я так подумал, в принципе, уже можно. Клинк, иди ты в баню. Как-то, знаете, нету большой охоты сейчас идти туда и охотиться на него. Так, ребята, знаете что? Давайте перед тем, как что-то делать, выкинем 10 вещей за близ. Потому что... А хотя... Смотрите, ребята. А можно ли сделать так, чтобы выкинуть вещи на пару серий близ и вперед? Потому что вещей у нас до хрена. А ну, смотрите, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, ну, допустим, 20. То есть, все. На сегодняшнюю серию у нас уже 20 близи оплачено. Точнее, на... О, ну, это большой уровень, давайте его зафигачим. Точнее, мы уже можем убить близи в этой серии, и уже можем убить близи в следующей серии. И, в принципе, это нормально. Ой, что там? Потому что эти близи у нас уже оплачены. И это очень круто, потому что не нужно будет потом... Опять за вещами идти. И вещи у нас, как видите, ребят, реально дофига. И их нужно иногда, ну, выкидывать, что ли. Давайте тогда еще. У нас тут есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух, сейчас мы, ребята, оплатим близи себе на несколько серий. Смотрите. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. У нас уже 29 близи осталось. Замечательно, ребята. Нормально, нормально. Опа, сейчас. Чтобы потом не говорили, что Эдисон что-то неправильно сделал, я подниму и выложу. Фу, так. О, Глайскор, 91 уровень. Уже в скором времени мы его будем выкладывать и брать себе нового покемона, ребята. Мяут. Так, здрасте. Ты у нас есть? Такие банальные покемоны, которые мы видим каждый день, но их у нас нету, потому что... А мы ловим себе, ребята, тех покемонов, которых сложно найти. Вот таких элементарных даже, знаете, как-то иногда и забываем. Замечательно, мы словили, знаете, все. Мне подписчики мои, точнее, вы мне сказали, что я могу себе вернуть забаганный покебол, потому что, ну, кто смотрел предыдущую серию, поймет то, что этот... Дитто нафиг, прям... Четырюга какую-то взял и забрал наш покебол, охренеть. Точнее, мастербол, ладно бы покеболы случайно кинул, но он взял и мастербол забрал. Знаете что, ребята? Ну давайте, давайте мы уже начнем разводить покемонов. Кого нам нужно? Нам нужно Манчакса, нам нужно Эликида, нам нужно Иглибафа, потому что не спанится, нужно двух Джиглибафа словить и сделать себе Иглибафа. Нам нужно кого еще там? Да все вроде. Там еще у нас нету... Ну, потом, ребята, посмотрим. Главное, вот этих трех покемонов сначала. Так. Давайте сначала... Дитто у нас есть. Я не буду того Дитто выкидывать. То есть, он багу-юзер нафиг. Пускай он у нас останется. То есть, охренеть. Он у нас забагал, забрал мастербол. И теперь его еще удалять, паскуду? Нет, нафиг. Это компенсация за то, что он нам нервы нафиг потрепал. Потому что, ребят, ну, согласитесь, это уже чересчур было. Вот такая хрень. Дитто, Клефери. Так, на чем разводятся обычные покемоны? Вроде на многих вещах, но мне кажется, там на шерсти тоже есть. То есть нужно сколько там? Охренеть, нам вроде даже много шерсти нужно. Вроде 9 на 9, как я знаю. То есть 9 туда, 9 сюда. А как делается вот этот ранч-блок, ребята? Ранч, вот он. Ага. Это компьютер и пистон на тебе. А, компьютер как делается? Ух, охренеть, ребята. Ваза.
там босс, но ладно, давайте в этой серии полностью займемся этим. Полностью, ребята, займемся вот этим. Ну, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Замечательно. Что там еще? Стекло нужно, да? Стекло у нас есть. Еще вроде это нужно. И там еще что нужно? Ага, редстоновская... Так. У нас есть. И еще тогда 5, да? Замечательно. Пистон с чего делается? Это есть, можно сказать. Вот это еще нету. Ни хрена себе, это что такое? А, дерево, булыжник. Так, замечательно. Тогда давайте еще это возьмем. Еще вот это возьмем. И еще что там? 3 булыжника нам нужно. Точнее, 6 булыжника нам нужно. И. Ну и, в принципе, ребята, в этой серии... Давайте вот так. И в этой серии мы уже сделаем себе ранч-блок и начнем, ребята, уже хотя бы как-то разводить покемонов. Фу, ну что, поехали. Первая ваза. Дальше. Компьютер. Ух, точно. Твою мать. Вот точно. Еще вот это нужно сделать. Но, ребята, не переживайте, это очень быстро. Так. А 6... Это там у нас Марипик, какой-то босс. Возле музея ты прям охрененно как заспавнился, ребята. Не хочется даже туда идти, но Марипов нам нужно будет убивать, потому что покемонов можно разводить на многих всяких блоках, но шерсть для нормального покемона это как раз такой среднячок, то есть и не очень медленная, но не очень быстро, а как раз... Извиняюсь, как раз так, ребята, нормально. Вот так. А, твою мать. Сейчас. Так. Ну да, в принципе, это сюда. Это берем. Потом вот это. Дальше, что там еще нужно? Вот так. А, ну в принципе, зачем я тогда 6 булыжников взял, не знаю. И что-то в середине пистончик. Пистончик сюда, это сюда. Так, сейчас. Да, в принципе. Это сюда. И ранч-блок у нас, ребята, готов. Нам, в принципе, нужно вроде пару ранч-блоков нужно. Смотрите, один ранч-блок подойдет и для Снорлаксов, и для... В принципе, тогда и для Снорлаксов, и для Клефери подойдет. Для Эликида нужно будет другой, конечно же, но все же. Так, если это тут будет, допустим, да... То это тут, вот так. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это не слишком, мне кажется, не 9, мне кажется, 5 хватит. Вот так, 3, 4, 5, мне кажется, 5. Я не знаю, почему 9, ну, кто-то, может, мне сказал, что 9. Давайте сначала попробуем 5, если 5 не получится, сделаем 9. Харе лагать может. Это 4. Вот так, ребята. Ага. И 5 сюда. 1, 2, 3, 4, 5. Практически конец сезона. Уже более так конец, чем середина. И мы только сейчас начинаем разводить покемонов. Охренеть. Вот так. Вроде вот так, да? Тут у нас будет площадка для обычных покемонов. Так. Сейчас нам нужны марипы. Марипушки, вы где? Ребята, я буду делать, то есть мы будем делать заказы, наверное, даже в этой серии мы сделаем один заказ, но, как видите, я немного с ними, как это можно сказать, притормозил, потому что как, хочу как можно быстрее уже этот сезон закончить специально для вас, чтобы мы начали другой сезон, то есть другой сезон уже с обновленным модом, да? Тут у нас что-то вырастает, да, тут пшеница опять, твою мать, топтильщики. Так, это сюда. Ты тут расти, а мы пойдем. Так, а мы куда пойдем? Мы за марипами пойдем. А марипы нам нужны, но. Как всегда, когда они нам нужны, их не будет нафиг. Ну давайте в эту сторону полетим. Электробаз. В принципе, электробаза тоже нужно будет словить. Ой, так, это у нас там кто? Барарбосс, и марипов куча, и боссов куча, и босс, и босс, вот ты и босс нафиг. Так, кого мы прокачиваем? Да, мы Хитмончана сейчас прокачиваем, ему еще там парочку уровней осталось.
Я уже не прошу, хотя мастербол бы не помешал, но все же. Ладно, жадины, жадины. Так, Марипушка. Вашу мать, ребята, я знаю... И ты... А, нет, я думал, ты уже в бой вступил. Ребят, я знаю то, что его можно постричь и... Как бы больше шерсти нам даст, но... Можно, конечно, но как-то лень такая, что это с ума сойти. Это у нас там кто? Шакл, Мэджикарп, ну кто же еще нафиг, если не Шакл, если не Мэджикарп. Но сейчас я рыться не хочу, ребят. В этой серии давайте полностью окунемся хотя бы в подготовку. Потому что, видите, шерсть нам нужна. У нас только... Сколько там шерсти? Не так уж и много. А шерсть действительно нужна, ребята. Давайте как раз сейчас быстренько пролетимся туда и посчитаем. У нас, да, Тедбюрса у нас вроде есть. Пролетимся и как раз сейчас посчитаем, сколько нам там нужно будет шерсть. О, как раз тут еще по пути мы встретим Марипов. Нормально. Так, быстренько, ребята. То есть сейчас несколько следующих серий мы просто-напросто будем заниматься покемонами, точнее разводить их, чтобы мы развели нужных нам покемонов и потом, можно сказать, даже в принципе на них забили, и чтобы у нас минус одно дело уже было готовое. Ну, харе уже пинать друг друга. Ну, охренеть. Люди сидят, ждут, пока вы там друг друга... Ой, задницы пинаете. Так, это сюда. Ну, хотя бы, знаете, ребята, в этой серии мы постараемся... А, ну, сейчас, секундочку. Так, ну, сейчас, сейчас. 10, ну, немного, конечно. 3. Вот так, сколько нам еще нужно? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Если постараемся, то, может, до конца этой серии мы еще сможем 13 найти. Было бы очень круто, если честно. Наверное. Ой, ну твою мать, ну должен ты был заспавниться около музея. Ну, ты и так пропал. А, наверное, то, что, ребята. Вот так. В этой серии мы будем только разводить. В следующей серии. Нет, не разводить, а подготавливаться. В следующей серии мы уже начнем разводить. А потом, ребята, когда мы уже вот это все делаем, сделаем. Я надеюсь, что это быстро будет, потому что, в принципе, там, ну, долго, мне кажется, это разводить. А, мы. Пойдем дальше на охоту, будем искать тех покемонов, которых у нас нету. Нам нужно увидеть значочек на экране, то, что у нас заполнилось 80%. 80% покедекса, чтобы уже было хотя бы легче. Потом мы будем... Твою мать, ну был там босс, ну... А потом мы будем себе спавнить тех покемонов, которых нету в моде. Там еще вроде... Еще один, ребята, покемон есть в моде. Мне как раз подписчик написал то, что... Два покемона даже есть в моде, но они не спавнятся. То есть у них спаун полностью отсутствует. Это, ребята, покегиф, это Тирок. Вот, это первая эволюция Хитмонли, Хитмончана и там еще одного. То есть, как бы, он спамит, он присутствует в моде, но он, ребята... Что за баг? Что за баг? Каким, твою мать, боком? Как? Ребята, вы видите, что... Ну как? То есть, ребята, смотрите баг. Ну сейчас. Смотрите баг. Сейчас, смотрите. Давайте мы словим. Таскболом. Это раз, что вы хотите. Давайте мы сэлоби не словим даскболом. Смотрите, еще один, еще раз попробуем, смотрите. Я вообще не представляю, что это такое? Почему вообще этот баг как-то произошел? Мы еще словили сэлоби даскболом. Мы сэкономили еще один мастербол. Я не знаю, что сказать об этой серии, ребята. Что это за баг? Смотрите, а может я еще раз тпхнусь? Нет. А если я домой тпхнусь? Мне так повезет с Райкоу? Нет, ну Райкоу нет. А давайте, если мы в океан тпхнемся, будет такой баг? Нет. Ребята, мне кажется, я забагал Селби.
Вы заметили, что практически каждую ночь у нас происходит какой-то баг? Вы это заметили? Каждую серию какой-то баг. То Дито у нас украдет мастербол, то сейчас заспавнилось как-то целый бит. Ребята, что это вообще за хрень? Сейчас. Дайте я пока убью, а прокачаю нашим покемонам, точнее не покемонам, а только одному покемону два уровня Хитмончану, чтобы его уже хотя бы выложить в компьютер. И дайте я отойду от шока, что это вообще такое. Ребята, не думайте, что я как-то построил это или как-то... Не знаю, что я сделал, что у меня заспавнилось две селби в один и тот же момент каким-то багом. Потому что, видите, сейчас мы находимся в океане, у меня не спавнятся ни те же Суикуны, не спавнятся ни Киогры, не спавнятся ни Лугии. И мы шли домой, и точно так же через баг не заспавнился у нас Райкоу. Но почему-то таким багом у нас заспавнилось селби. Что, ребята, знаете, что произошло, наверное? Мы в нужный момент... Наверное, выбрали какую-то миллисекунду, которую разработчики сделали, что именно в ту миллисекунду есть, наверное, больше шанса спавниться селеби. Я как-то туда взял, туда же тпхнулся, и прикиньте, не одна селеби заспавнилась, а две. И не через какой-то промежуток времени, а сразу же. Прям не одна и сразу другая, а сразу две. И смотрите, даже если я сейчас пойду туда же, вот. Никто не спавнится. Нету селеби, все. Ну, это вот та селби, которая с предыдущего раза. Ребят, я не знаю, что сказать. То мы целый сезон не можем найти ни конченного Киогра. Ну ладно, не конченного, потому что он у нас уже есть. Отлично. Ни Киогра, ни селби, ни Лугию. В предыдущей серии у нас наконец-то заспавился Киогр. Мол, как бы, ну ладно, заспавился, мы словили новую легенду. И все, отлично. То есть... Словили так словили. Все. Новая легенда, круто. Он вроде у нас уже есть. То есть новая легенда, круто. Все. Словили. Теперь нужно будет ловить следующих легенд. Вроде бы так. Но сейчас. Я извиняюсь, что убил, но как бы у нас уже есть. А уровень, может, чуть-чуть мы там и прокачали. Как бы все отлично. Да, мы там убили, все нормально. Не убили, словили Киогра, все нормально. В следующей же серии мы сюда идем, и через баг у нас появляется, или через не баг, или что вообще, ребят, что за хрень, я не понимаю. У нас, пум, появляется две селеби сразу же, и мы их ловим. Точнее, ну, как бы одну селеби, потому что две нам не нужны. Я не знаю, ребята, что сказать. Ну, ладно, отлично. Нам остался Мьюту, а Мьюту мы можем сделать в любой момент, когда мы сделаем себе машину. И нам остался Лугия и Райкваза. Три легенды, ребята. Так что мы даже к 150-й серии, наверное, сможем закончить сезон, если нам... Ну, хотя... Ну, если нам, конечно, повезет еще на три легенды. Хотя не три, а две, потому что Мьюту уже мы можем сделать в любой момент. Но то, что нам нужно, ребята, два мастербола. Один у нас-то есть. Мы словили силами в Дацкбол. Хотя, ну, это, мне кажется, не такой уж легендарный покемон, как, например, там Мью. Мне кажется, его в какой-то степени сделали так, чтобы он не совсем считался легендарным, да? 1, 2, 3, 6, 8, 10. И как бы мы его словили, ребята, нафиг даскболом. То есть мы даже не потратили мастербол. Хорошо, что я попробовал его. Ну как бы, хорошо, что я не сразу кинул у него мастербол. Ну не то, что хорошо. Но то, что мы попробовали хотя бы его словить даскболом, и это получилось. Мы не профукали мастербол и можем его сэкономить, например, на того же Мьюту. Охренеть, ребята. Что это за баг? Мы тпхнулись, и сразу появилось две селеби. Ладно, Мьюту мы сможем заспавнить в любой момент. Ну, как бы, когда сделаем машину. Дальше... Лугия, ну... Лугия тогда, когда появится, когда мы и словим. Джиглипаф, ты нам, в принципе, нужен, если честно, чтобы потом с тебя сделать... Так, ну, кем бы тебя ударить? Чтобы потом с тебя сделать... Твою мать, да ты что, издеваешься? Ну, бил по 20%, 20%, 20%, потом, пум, хренакнул на 100%. Я понимаю, криты, вот это все, ну, вот так не вовремя. Кто у нас? А я думаю, почему марипов нету? Господи, хренеть нету, ввели на карту, там куча. Да, ребята, селеби, конечно, я не знаю, что сказать.
Круто. Согласен? Круто. То есть... Охренеть, ребята. И вот сейчас, Ладно, сейчас мы будем разводить покемонов. Сейчас, ребята, мы вообще отвлекаться не будем. В следующей серии мы будем разводить покемонов. А, потом... Дайте-ка мы подумаем. Потом что? После того, как у нас уже будут все покемоны, которых можно развести, которых можно только получить с помощью, ну, спаривания, можно и так сказать. Мы, ребята, дайте я подумаю. Ну, мы, там еще есть там 1-2 покемона, да, которые я показывал, что у них нету спауна, но их можно себе выдать, чтобы заполнить покедекс. И... Ну и все, ребята, и потом будем прокачивать покемонов и ловить тех, которых нам не хватает. Все, 13. Вот так. И где? Вот. Я думаю, хватит. 5 на 5. Не будьте уже жлобами. Вот так. 1, 2, 3. Я надеюсь, что хватит. Сейчас нам нужно ограждение сделать, то есть заборчики. Вроде у нас там есть нормально, хотя там вроде до хрена прям у нас дерево есть, ребята, охренеть, селеби. Я не могу не нарадоваться, потому что это круто. Я не знаю, как вообще это получилось, каким багом, каким боком это у нас вообще получилось, то, что вылезло сразу две селеби, и как-то баг, я не знаю, ребята, то ли багом, то ли не багом, но видите, что баги у нас практически происходят каждую серию. Какой-никакой, но баг какой-то происходит. 8 это мало будет. Это тоже, наверное, мало будет. В принципе, там у нас еще нужно будет сделать. Давайте на все где-то вот так сделаем. Вот так. Вот так. Там босс кто? То есть нам нужно будет разводить каких нормальных покемонов. И нам нужно будет разводить... Это у нас там кто? И нам нужно будет разводить нормальных и электрических. Вроде больше никого. Фиг его знает. Фух. Да, нормально. И потом, ребята, мы будем искать тех покемонов, которых у нас нету. А эти мы будем... Как мы это будем делать? С помощью, ребята, покедекса. Мы потом себе сделаем покедекс. Так, это сюда. Охренеть, ребята. Ну, хотя бы на одну легенду уже меньше. В предыдущей серии на одну легенду меньше, сейчас еще на одну легенду меньше. То есть, ребят, вообще охренеть, если честно. Ну, пока что давайте так. Посередине. Ну, я не знаю, как это. Я пока что сейчас сам не знаю. Ну, давайте, допустим, Клефейри, да? И Дитто. Дитто, ты мудак немного. Я понимаю. Ну залезь-ка ты сюда внутрь. Вот, Клефери. Замечательно, все. Они будут спариваться? Да твою мать, Дитто, ты чё нафиг? Дитто, ты то ли мудак, что ли, то ли, я не знаю. Залезай внутрь. Залезай внутрь. Ребята, как его толкнуть? Его нельзя толкнуть. Мы под тебя должны подстроиваться, что ли. Я как-то не могу понять, если честно. Ну, допустим, это... Нет, это... О! Ну, давай, давай! Они будут работать? Ну, в смысле... Ну, будем надеяться, ребята, что я все правильно делаю. Я в первый раз вот это делаю. Хотя, мне кажется, действительно, наверное, нужно 9 на 9 сделать. Ни хрен его знает. Так. А может давайте не Клефери попробуем, а давайте, ну хрен его знает кого там. Клефери. Давайте Манчлакса попробуем. Точнее Снорлакса. Плюс к тому он еще шайни, но как бы. Но не буду там между собой, чтобы Манчлакс получился. Ну давайте там. Или вы стесняетесь. Ладно, мы обернемся. Не будем подглядывать. Ха-ха-ха, надурили. Не будем подглядывать. Как не будем, если тут у нас будут шпилики всякие между собой. Я надеюсь, это работает, ребята. Я прошу вас написать в комментариях, если я что-то неправильно делаю, потому что я первый раз. Может, действительно нужно 9 на 9? Если нужно 9 на 9, сделаю в следующей серии 9 на 9. Ну, в смысле, размеры этой территории. Вы поняли, да? Фух. Так, ладно, сейчас.
Так, ребята, я уже давно обещал, поэтому давайте быстренько мы сделаем бутерброд и что там, и чай. И бутербродик, и чай. Любой, как я понял. Поэтому что нам нужно для бутерброда? Сэндвич. Сэндвич. Вот. Apple, допустим. Это есть хлебушек. У нас был хлебушек, но я его сточил. Вот я не нажора нафиг. Ух. Ладно, ща быстренько. Хлебушек, пожалуйста. Нету хлебушка. Ладно. Так, где? Вот. Так, нет, что? Вот сюда. Замечательно. Это сюда. И потупали. Ребята, если я неправильно делаю, пожалуйста, напишите. То есть, как мне сказали, нужна территория 9 на 9, чтобы, ну, как бы их спаривать, да? Но мне лень еще идти искать вот эту шерсть, поэтому, ребята, я сделал 5 на 5. Но все же, если они не будут размножаться без 9 на 9, то тогда в следующей серии я сделаю 5 на 5. А, хотя нет, сейчас. Давайте все-таки Клефейри попробуем. Не знаю почему, давайте Клефейри. Ну, я надеюсь, они будут между собой. Да ваша мать, ну чё вы издеваетесь нафиг? Вы чё вы такие косые? Вот, они, ребята, прикалываются. Я понимаю, вы там любите поиздеваться нафиг. Ну, харе может? Вот, охренеть, вы прям шутники какие-то. Так, это у нас есть хлебушек. Так, хлебушек у нас нет, да? Вот кто паскуда нам топчет. Долби его там, Пиджи или кто ты там. Долби его нафиг. Вот так. Это сюда хлебушек. У нас три пшеницы, есть, замечательно. Это сюда. Так, я там вижу босса, ну ладно. Так, Apple. Так, ладно, сейчас, ребята, дайте-ка я быстренько буду разбираться, что нам нужно, потому что у нас, как всегда, засран, извиняюсь за выражение, инвентарь, и его всегда нужно чистить. Так, ладно, давайте сначала вот это сделаем. Сахарок, хрень и яблоко. Сахарочек. Я надеюсь, ты у нас есть. Сахарочек. Ну, у нас тростник был, я помню, 100%. Я помню, 100% тростник у нас был. Это нам нужно. Нет. Сахарочек. А, у нас тут хлеб есть, твою мать. Так, ладно, это сюда. Это сюда. Что там нам нужно? Сауцепан какой-то. Ребята, я ненавижу эти засранные инвентари, но я извиняюсь, то есть видишь, всякая хрень ненужная, которую нужно выложить, но времени не хватает. Так, быстро, сауцепан нам нужно. Сауцепанчик. Так, сейчас, яблоко, так, это есть. Твою мать. Это сюда. Так, это сюда, быстро. Это сауцепан какой-то. Что это нахрен? Сауцепан. Так, дальше. Нет. Где? Так, я знаю, что у нас есть 1000000%. Я собирал тростник. Но я сейчас его не вижу. Тут тоже не вижу. А, вот. Так. Быстро, это сюда. Apple замечательно. Apple хрень. Дальше. Это есть. Сейчас еще вот это осталось. Как это хрень делается? Джуйсер и пионат. Пионат у нас тоже есть, да? Джуйсер и пионат. И вот так. Ну что, ребята, быстренько топаем в наш ресторан, делаем еду и на этом, ребята, заканчиваем. Мы словили Селеби Даскболом. Мы сделали заказ. Сейчас, давайте я спущусь сюда. Будем делать по одному заказу, ребята. И также мы начали разводить покемонов. Еще раз повторюсь, ребята, если неправильно, то извиняюсь. Напишите, пожалуйста, да твою мать, если я что-то неправильно сделал. Вот так. Так.
Ну что, как это все делается? Это есть, это есть, это есть. Так, где у нас эта хрень? Так, сейчас, ребята. Это сюда. Ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю. Так, и это вот сюда. Замечательно. Это вот сюда. Это вот сюда. Это вот сюда. И где? Что нам нужно? И хлебушек, да? Да. Сэндвич. Круто. И что там? И чай. Угу. А как чай делать? Tea. Couple of tea. Ну, чай обычненько. Вот так, чайный листочек. И ждем. Ух. Начали разводить, словили еще одну легенду. Мьюту мы сможем. Короче, ребята, чтобы закончить сезон, нам еще нужно один паркбол, или один паркбол и один мастербол, или два мастербола, или, ребята, короче, нам еще их нужно найти, а чтобы их найти, нам нужно, ребята, много боссов убивать. Потому что один мастербол у нас есть из-за баганного Дито. И, ребята, круто то, что нам еще два нужно найти. В какой-то степени это круто, потому что только два, а не три. То есть мы сумели словить Селеби с помощью Даскбола. Замечательно. И, в принципе, ребята, это круто. Нам не нужно было тратиться на вот это все. Вот так. Ну что, ребята, вы можете видеть на экранах, кто заказал Кистина Кубасова. Я извиняюсь, наверное, Кистина. Ну, у тебя неправильно написано. Ну, допустим, если так, Кистина. Если неправильно, просто напиши, я переправлю. Но я пишу так, как у вас пишется. Кистина Кубасова. Ну, давай, допустим, вот так. Или вот Кистина заказала бутерброд. Бутерброд. В рот. Нет, не в рот, бутерброд. И чай. Вот так. Чайчик вот сюда. Это мы выкидываем. И бутербродик вот сюда. Замечательно. И выключаем. Фух, да. Серия нормальная, ребят. В какой-то степени даже удалась, потому что мы хитмончана успели прокачать. Мы разводить покемонов начали. А может, им тут свет, что ли, нужен? Но мы как-то не очень... У нас как-то не очень много цвета есть. Ну, короче, ребята, я пока что не буду этим спариться. Lost for Git, to grow rapidly every day. Ага! Ага! Любовь к Клефери с каждым днем все больше и больше вырастает. То есть подсказка какая-то есть, что вроде все по плану идет. Ну, будем нафиг там, не знаю, свахой, да? Свахом или как там. Фух. Ну что, ребята, на этом мы будем заканчивать. Серия опять длинная получилась. Если вам это нравится, все, что вам нужно, это просто поставить лайк. Я оценю, точнее, увижу то, что вам нравится, и будет круто. Вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что вам требуется, это просто поставить лайк, оставить свой комментарий и, конечно же, на меня подписаться, и вы автоматически становитесь крутым перцем. Да, потом уже выбираете какой-то там... Не знаю, сладкий или не сладкий. Но все же, ребята, это мы заканчиваем. Еще раз скажу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Не забываем писать, что я неправильно делаю по поводу спаривания покемонов. Или вообще, что вы хотите видеть в следующих сериях. Что мы делали. И хотите ли вы, чтобы мы закончили сезон к 150 серии или к 200? Ну, если вот так пойдет, ну, конечно, там еще два мастербола нам нужно. То мы, может, закончим 150, если, конечно, повезет. И мы словим всех покемонов. И прокачаем. Поэтому, ребята, всем за просмотр. Всем удачи, всем пока.